Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Студенческая баскетбольная лига прописалась в Самаре в этом году. Столицу 63-го региона представляет команда «Энергия» технического университета. Пока в чемпионате новичок занимает 12-е место из 16. В двух домашних матчах «Энергия» выиграла у Уральского университета из Екатеринбурга. Потеряли концентрацию, не смогли защититься и промазали свои броски. А соперник, наоборот, защищался против нас и реализовывал свои шансы. Обе встречи получились напряженными и развивались непредсказуемо. Судьба решалась в концовках. Хладнокровнее и удачливее оказалась «Самарская энергия». Первый поединок самая молодая команда лиги выиграла со счетом 71-68. Лучшими снайперами стали Александр Кузнецов, Дмитрий Дударевич, Иван Зеленин. Главное было нам победить, потому что от побед вырастают крылья у игроков. Эта команда показывает то, как должен развиваться вообще баскетбол, где вот наша любительская, может, студенческая команда, на которую ходят зрители, болельщики, которые показывают хороший страстный баскетбол, который нравится зрителям. Второй матч «Энергия» начала неэнергично и с трудом выиграла первую половину, опередив соперника всего лишь на одно очко. Кульминацией реализации голевых моментов в исполнении самарской команды стала третья четверть. «Энергия» ушла в отрыв на 10 очков, однако уже к концовке матча преимущество было упущено, и «Урфу» даже попытался в последней атаке вырвать победу. Однако великолепная защита, ставшая козырем волжан в этих поединках, доказала свою состоятельность. 64-63 – победа «Энергии». Люди просто другого уровня, и которые могут забивать, обыгрывать, ну, баскетболисты. А у нас, в принципе, состав поменялся, нет сыгранности. Ну, мы там игр контрольных не сыграли, вот сейчас вкатились. И, конечно, психологии у игроков не хватает на концовке. Допустим, сегодня вот он мог же попасть треху, не попал. Вчера там такая же была ситуация. Тяжелая игра выдалась, и не такая большая у нас ротация, боролись всю игру. И сегодня начали так вяло, и получается вот только после первой половины мы пришли в себя, настроились и поняли, что надо брать игру. Звездами второго матча домашней серии игр стали все те же Иван Зеленин и Дмитрий Дударевич. После 12 матчей «Энергия» занимает в турнирной таблице студенческой баскетбольной лиги 12 место. Лидер МГУ. В понедельник и вторник «Энергия» принимает «Тюменскую гвардию». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.